Вашему вниманию представлена вторая игра между Кулагером и Горняк. И сразу же с первых секунд повел Кулагер. Мы видим ошибка Слепухина и Данила Букарь, капитан команды. И открывает счет сегодняшней встречи 1-0. Кулагер повел здесь силовой прием. Выполнил игрок команды Горняк на Александре Краснолуцком. Игра в целом была веселая, не отпускали соперники друг друга далеко до третьего периода. И здесь, да, шикарная передача Петрова на Пархоменко. И здесь он разобрался с Никитой Осиповым. Смотрим, шикарный выход, убрал на удобную, и счет становится 1-1. После чего было удаление Лопухова. Здесь видим и Пиниди. Сегодня Пиниди празднует свой день рождения. Здесь Букарь отдавал пас на пятак, но из партнеров никого не оказалось. И здесь снова у нас Пархоменко влетает в зону и оформляет дубль сегодняшней встречи. 2-1. Горняк повел. Смотрим. Хорошая передача, да, и в правую девяточку досаживает вторую шайбу ворота Осипова. Смотрим, оживились, после чего петропавловцы. Ну, сегодня шикарно, конечно, отыграл голкипер Горняка Пархоменко. И сравнивает счет Сергей Горбань под конец у нас первого периода. Здесь на отскоке добивает и поднимает свою руку вверх. Счет 2-2. Смотрим, оставалось минута 55 у нас на табло. И здесь, да, шикарная передача на Заруцкого. И не увидел он тут открывающегося на пятак партнера. Ну и на месте вратарь Горняка. Сегодня не устану я хвалить Дмитрия. Только вытащил, просто смотришь на статистику и даже по периодам. Перебросал, конечно, Кулагер. Здесь хороший момент у Ильи Поскина. Не смог он обыграть Питу Осипова. И здесь уже ответная атака от Кулагера. Здесь Матвей Кузьмин убирает под себя, но не смог поднять шайбу над щитком. И здесь Данила Букарь оформляет дубль в сегодняшней игре. Третья заброшенная шайба во втором периоде. И счет становится 3-2. Выходит Кулагер вперед. Ну и после чего мы уже думали, что сейчас посыпется Горняк. Но не тут-то было. Здесь вот сольным проходом Кимайкин сравнивает счет сегодняшней встречи. Здесь просто уснула оборона Кулагера. Если мягко сказать, здесь обманное движение. И в дальний угол забрасывает Кирилл Кимайкин. Счет становится 3-3. Ну и тем веселее нам было наблюдать за этим матчем. И здесь именинник сегодняшнего матча обкрадывает команду Горняк. Тут не удался пас у Адильхана Сертаева. Пиниди подбирает и в дальний угол засаживает шайбу в третьем периоде. 4-3. Повел снова Кулагер. Здесь после чего был шквал атак, здесь удаление Заруцкого, да, ненужные действия. Тут выходят 2 в 0 Махамадеев, Пиниди. Пиниди отдает на неудобную Махамадееву, и здесь помешал у нас Аслан Руслан. И дал бросить Варламов. Атакует. По моментам, конечно, сколько? Перебросали петропавловцы Рудный. И здесь смотрим Пиниди. Пиниди нужно было отдавать на Заруцкого. Решил сам бросить в неудобной. И снова на месте голкипер Горняка. И здесь вытаскивает с ленточки сначала шайбу Горняка и ставит точку в сегодняшнем матче Матвей Кузьмин. Заброшенная пятая шайба. Был финальный штурм от команды Горняк. Но уже 6-4, потом 6-5. Вот здесь посыпались удаления. Сначала удалился у нас Данил Варламов, после чего Артур Харисов. И здесь копали, конечно, рудненцы. Но шайба в ворота не пошла. И анонсируем счет. 5-3. Лагер одерживает вторую победу подряд. Вот статистика сегодняшнего матча. 59-29. В два раза больше перебросали петропавловцы. Ну и 59 у нас 5 голов
54 броска отразил у нас Дмитрий Пахоленко. Очень неплохо. На точке вбрасывания также тотальное преимущество за хозяевами площадки. 42-22. Один гол в большинстве от команды Кулагер. И по удалениям здесь, конечно, и в этой... В этом пункте преодолел Кулагер, смотрим, 10-4. Пять раз удалились петропавловцы и два раза удалился Горняк за сегодняшнюю игру.